Леди Гага. Цвет Леди Гага, лимитка розовая, там есть розовая и бежевая от компании MAC. Если вы увидите вот этот цвет, пейнтлаж, классная штука. Я почти уже закончила эту помадку. Такая вот у меня игрушечные духи от Juicy Couture. Запах потрясающий, у меня есть такая большая банка, просто шарик. Пахнет потрясающе. Сзади каждую любую маленькую сумочку, пальчик. Делаю такие лайнеры зеленые и аквамариновые подводки под глаз. Вот этот Urban Decay. Цвете Clash. А вот это от компании Sephora. Его мы тоже здесь не производим, к сожалению. Но он просто обычный зеленый красивый цвет. Такие цвета русалки, как подводка, они водостойкие. Можно с ними купаться. Классные, очень красивые цвета, сочные такие. Я взяла с собой самую обычную тональную основу Rimmel, но хочу вам посоветовать то, что цвет лица всегда меняется, когда вы загораете. И, как правило, тональная основа, которая вам хотела в первый день ваших путешествий, где-то на солнечных побережьях, обычно не подойдет через пару дней, поэтому я всегда беру намного темнее основу. Как вы видите, основа действительно очень такая темная, но когда ее растушевать, она действительно подходит под мою загорелую кожу. Конечно же, у меня есть матирующая крема от Rimmel. И самое последнее, что очень-очень важно, первый день, когда я окунулась в море, моя тушь полностью покрыла мое лицо черным таким жгучим покрытием. Я выглядела как труба непочистки. Короче, человек, который чистит трубы, это было ужасное зрелище. Это было ужасное зрелище, поэтому я вспомнила, что я с собой не поленилась и взяла вот такую вот штуку от Мэйбл Билл, Роэм Экспресс. Черная водостойкая тушь, шикарнейшая вещь, она сейчас у меня объяснится. Я могу в ней купаться целый день, и она вообще не сходит с лиц. Просто потрясающе, вы не будете выглядеть как клоун. Будете красивее на пляже и в воде. Стоит она дешево. Очень-очень рекомендую. Надеюсь, вам это было интересно.